Столица Чувашии готовится ко Дню Победы. На праздничные дни запланировано более 200 массовых мероприятий. Подробнее в нашем сюжете. Основные мероприятия пройдут в центре Чебоксар. 9 мая в 9 часов утра состоится возложение цветов к монументу славы в Парке Победы. В 12 часов – прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники на Красной площади. Именно это мероприятие у нас собирает всегда около 30 тысяч зрителей. После прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона состоится показательное выступление казаков и показательное выступление подразделения специального назначения МВД Чувашии. Парад Победы завершат участники акции «Бессмертный полк». В течение всего праздничного дня будут проходить концерты, а в 10 вечера прогремит праздничный салют. В праздничный день в речном порту будет развернута полевая кухня. В этом году ветераны отведают угощения не на свежем воздухе, а в предприятиях общественного питания. По-новому в этом году подойдут и к оформлению города. Обновлены арт-конструкции и наружные баннеры. Концепция оформления города «Память народа» объединила наружную и социальную рекламу, ландшафтно-цветочное оформление и флаговые конструкции. На центральных улицах города в общей сложности будет установлено 25 баннеров, 84 арт-конструкции, посвященные главным переломным событиям в ходе войны, ветеранам-чебоксарцам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной. Остается добавить, что в праздничные дни, а именно с 3 по 12 мая, проезд на всех видах общественного транспорта для ветеранов будет бесплатным. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.